Немного о спорте. Эти два дня в столице Казахстана будут выбирать лучшую ракетку. Фестиваль настольного тенниса проходит в Нур-Султане традиционно. В этом году ловкость и технику демонстрируют порядка 1000 участников из разных уголков Казахстана, России и Кыргызстана. Самый молодой теннисист ходит в школу, самый старший давно на пенсии. У одних за плечами уже несколько побед в подобных соревнованиях, другие только делают первые шаги. Вообще, я профессиональный тренер преподаватель по лыжным гонкам. Ну, так получилось, что травму получил, и пришлось один из вариантов – это настольный теннис. Во-первых, это удовольствие. Во-вторых, много, в общем, круг знакомых общались. Ну и с другой стороны, он дисциплинирует, характеризует человека. Здесь любой желающий может зарегистрироваться заранее, смотря какого у него уровень игры, какой он категории играет, он заранее регистрируется и приходит в очень хороших условиях, не просто где-то на улице, там непонятно на каких столах, а здесь у нас профессиональные столы стоят, профессиональное оборудование, покрытие пола, такое же, как, допустим, на чемпионатах мира. То есть с удовольствием все приходят, играют и потом целый год это вспоминают.